Резкого «Динамо», то здесь сразу три замены, но две объяснимы. Фамие Залесский дисквалифицированы. Ну и Юзепчук сегодня с первых минут на скамейке запасных. Что касается новых, являются на поле спорткомплекса «Брески». Трибуны стоя приветствуют, ну, в первую очередь, своих любимцев. Осталось совсем-совсем немного времени, и этот поединок начнется. Поверить, что брещанам уж если не удастся пробиться в следующий раунд Лиги Европы УЕФА, чего мы, конечно, ну, не хочется в это верить. Мы очень хотим увидеть брестскую команду в следующем раунде в возможном противостоянии либо с Базелем, либо с Витасом. Но даже если это не произойдет, если болельщики будут проводить брестское «Динамо» криками «Молодцы!» с поля сегодня, уже может через один сезон там вновь у них выступление в группе Лиги Европы УЕФА. Ну и вот в этом году тоже очень-очень неплохо смотрится. И после первого матча шансы на то, что «Аполлон» выйдет в раунд плей-офф, очень-очень велики. Но опять же, будем повторять, это не один... Не знаю, вот рядом со мной это было. Он не пошел до конца. Там никакого нарушения, понятно, нет. Судья был рядом, просто убрал ноги. Павел. Вот момент может быть, ух, как опасно. И два тут не привез. Ни один, ни два раза говорили о том, что в плане боления брестские фанаты лучше. А это момент великолепный у «Аполлона» для того, чтобы счет открыть. Да, здесь, кстати, его подача от углового флажка. И вновь, видишь, на подборе, ну, практически постоянно одни и те же футболисты в белых футболках. Александр Гутер спасает брестское «Динамо». Потрясающе. Но так, чтобы Валя вступал в игру по-настоящему, ну, мы такого не видели. А Гутер как минимум дважды на выходе потом отбил удар в ближний угол. Передача, забивать! Забивать! Ну как так? Ну как так, Паша? Павел Савицкий в такой... Подсекал ситуации красиво. Заставляют ошибиться гостей. Обрещание. Савицкий идет вперед. Павел делает передачу на Чидия Сачукву. Ах, тот думал подключить партнера, но не сделал этого. Удары, рикошеты. Вот так Бруно Валя вынужден мяч через перекладину переводить. Возмущаться можно было остановиться. Неудачно пробрасывается на ход мяч. На юг! Бьет! Но оппозиция вратаря. Хорош такой стелящийся удар. Если мяч полетит... Ошибка гостей. Олег Веретило делает передачу на Савицкого. Тот мяч останавливает. Пропускает. Но Сачукву! А Сачукву бьет и попадает в защитника. Ух, какая атака получилась. Навес. Выход Педро Вали. Удар. Высоковато чуть-чуть. Ох, как умно действовал Чи. Оборонительные редуты перед брестчанами, которые надо преодолевать. А вот видите... И ни секундочки не добавил главный арбитр к первому тайму. Просто футболисты брестского «Динамо». Видите, в центре поля остался только один Максим Витус. Идет на штрафную, идет удар Павла Никайчика. Ох ты мой, как там нет, пошли? Гола. Нет, нет. И здесь, видите, нет офсайда. Очень здорово Злая забежал за спину брестским защитником вовремя, без не игры. Классную передачу она сделала на Кевина Бру. Александр Гутер спасает брестское «Динамо» от больших неприятностей. Во-первых, вот этим новостям радостным, приятным, которые приходят из Санкт-Петербурга, смотрим, кто же там сумел отличиться в составе минского «Динамо». Это сделал Яхая на сотой минуте. Великолепно. И так уже легче. Цементирует. Но пока нападающие не могут отличиться. Ну, здесь с голосом надо играть Александру Гутеру. Третья замена готовится у «Аполлона». 19 номер выйдет на поле. Мустафа Караел. И атакует «Аполлон». Да, слева. И ух, опасно как. Пробивает. Сатрумитосом вот здесь, на Бреста. Все-таки играете на домашней арене. Все-таки хотите порадовать публику. Никайчик сделал передачу. Ну, вот начинается... То самое, о чем мы говорили, киприоты слишком часто, футболисты кипрского клуба слишком часто оказываются на газоне. Удар из-за пределов штрафной, Хавленко. Ну так, опять же, на будущее противостояние много сил «Аполлон» сегодня не потратил. Ну да, очень грамотно команда играет. Ох! Ну и тут вот тоже не везет, но в какой-то степени не везет и Бресту, да? И сейв Бруно. Без раунда плей-офф Лиги Европы. Да, беда-печаль, к сожалению. Никайчик бьет и забивает! Ну, наконец-то! Наконец-то! По крайней мере, мяч получает Никайчик, здорово мяч обрабатывает, бьет мимо Вали.
поле. 1-0 впереди Брестская «Динамо». Еще раз повтор этого эпизода с другой камеры. Витус делает передачу на Нехайчика. Нехайчик бьет и выводит Брестское «Динамо» вперед. 1-0. Сейчас скандируют. «Динамо», «Динамо». Итак, свисток об окончании матча. «Динамо» Брест «Аполлон». 1-0 в пользу брестчан.